Они – четыре пса Темуджина. Говорят, что у них медные лбы. Их челюсти были похожи на ножницы. Их языки – как пронизающие шило. В день битвы они пожирают плоть врага. Вот теперь они спущены с привязи, и они пускают слюни изо рта от радости. Этот отрывок из «Тайной истории монголов» наилучшим образом передает жестокую сущность четырех самых приближенных к Чингисхану военачальников. Но даже среди псов Темуджина выделяется один как наиболее хитрый и наиболее устрашающий, чем другие. Его звали Субэдэй. И вот его история. Перед началом благодарю всех зрителей за просмотры, лайки и комментарии, а также спонсоров канала, которые поддерживают нас на Patreon и PayPal. Огромное вам спасибо. Ну а сейчас мы продолжаем наш цикл выпусков, посвященных великим полководцам. Сегодня о Субэдэе. Поехали! Субэдэй родился около 1175 года в семье урянханских монголов. Современные писатели часто путают этих кочевников-скотоводов из монгольских степей с тюркоязычными урянхаями из северных лесов, которые были оленеводами. Это привело к распространенному заблуждению, что Субэдэй был тувинцем. Однако средневековые источники ясно идентифицируют Субэдэя как степняка, чья семья занималась скотоводством и поддерживала тесные связи с родом Чингисхана на протяжении нескольких поколений. Субэдэй с юных лет научился ездить на лошади, стрелять из лука, охотиться и пасти животных – основные навыки, необходимые для ведения степной войны. С детства он видел в Темуджине образец для подражания. Около 1185 года Темуджин был избран ханом рода Борджигин. Субэдэй присутствовал на этом собрании в сопровождении своих братьев Чаурхана и Джалме. Они были одними из первых, кто присоединился к будущему Чингисхану. К 1197 году Субэдэй был достаточно уже взрослым, чтобы сражаться. Его первым заданием было помочь Темуджину уничтожить его давних соперников. Тогда монгольская степь была раздроблена на множество племен, которые часто нападали друг на друга, похищая женщин и скот. Одно из таких племен, меркиты, некоторое время назад похитило невесту Темуджина, и теперь он не упускал возможности отомстить. Субэдэй был направлен в лагерь меркитов под видом перебежчика, предлагая им разведданные о передвижениях войск Темуджина. Меркиты, по-видимому, поверили ему, и Субэдэй привел их прямо в засаду. Это был первый серьезный опыт сражений для Субэдэя. В 1203 году Темуджин потерпел сокрушительное поражение. Он был разбит своими бывшими союзниками и бежал к озеру Бельджуна. Постепенно к нему начали присоединяться его воины, в том числе и отец Субэдэя, который пригнал стадо овец, чтобы накормить голодающих людей Темуджина. Как описано в Юаньши, отец был захвачен грабителями. Субэдэй и его брат Чаурхан пошли по следу и устроили засаду на грабителей, убив несколько из них и заставив остальных бежать. Им удалось спасти отца и вернуть овец к Темуджину. Тот высоко оценил их верность. Чаурхан был назначен командиром сотни человек, а Субэдэй был зачислен в Кешик, личную гвардию хана. К 1206 году Темуджин объединил Монголию, приняв титул Чингисхана. Субэдэй был среди тех, кого вознаградили за верную службу. Однако не обошлось и без потери. Его старший брат Джалме погиб в боях с найманами в Западной Монголии. Субэдэй был назначен командовать отрядом в 1000 человек. Его репутация свирепого воина уже была хорошо известна. В 1211 году началась война Чингисхана с династией Цзинь, которая доминировала в Северном Китае. Враждебные отношения обострились после того, как цзиньский император потребовал от монголов подчинения, что было воспринято как оскорбление. Чингисхан начал масштабное вторжение в земли Цзинь, ослабленные внутренними конфликтами и борьбой с другими кочевыми народами. Субэдэй сыграл в этой войне значительную роль, проявив себя как талантливый полководец и тактик. Он участвовал в ключевых сражениях, включая осаду крепостей, и отличился в 1212 году при взятии города Хуанчжоу, где проявил свою храбрость. К 1216 году Чингисхан находился в Монголии, подавляя восстания в недавно завоеванных территориях.
и поручил Субадею сопровождать своего старшего сына Джучи в походе в далекие западные степи. Их целью была ликвидация последних оставшихся групп меркитов, которые бежали из Монголии после разгрома. Это стало первым крупным расширением Монгольской империи к западу от Горного Алтая и заложило основу для дальнейших походов в Центральную Азию. Прежде чем они отправились в поход, в тайной истории монголов упоминается, что Чингисхан подарил Субадею железную повозку для путешествий. Это утверждение могло стать основой для мифа о том, что Субадей был чрезвычайно полным и что ни одна лошадь не могла выдержать его вес, из-за чего ему требовались специально изготовленные телеги. Однако этот образ не имеет под собой никаких исторических оснований и является скорее вымыслом. В конце 1218 и начале 1219 годов Субадей и Джучи разгромили меркитов и их союзников из племени Канглы. На обратном пути в Монголию, где-то в центральном Казахстане, их перехватил Хорезмшах Мухаммад II, правитель обширной Хорезмийской империи. Джучи и Субадей попытались объяснить, что они не намереваются конфликтовать Хорезмом, но Мухаммад искал битвы и собрал свои войска для сражения. Несмотря на численное превосходство противника, монголы отчаянно сражались до наступления ночи. Затем они разожгли костры, создавая видимость лагеря, и под прикрытием темноты отступили, чтобы избежать дальнейшего боя. Потери в этом столкновении внушили Хорезмшаху страх перед монголами, и в дальнейшем он избегал прямых столкновений с их армией. Джучи и Субадей вернулись к Чингисхану в конце лета 1219 года. Как раз в этот момент пришло известие о печально известной Атрарской резне. Речь идет о событиях, когда хорезмийский наместник Атрара убил купцов монгольского каравана, вероятно, заподозрив их в шпионаже. Чингисхан решил начать войну против Хорезма, но предпринял еще одну попытку уладить конфликт миром. Он отправил к Мухаммаду требование выдать ему людей, виновных в убийстве его купцов. Но Хорезмшах не выполнил это требование и к тому же велел убить посла Чингисхана. Война была неизбежна. Чингисхан немедленно приказал Джабе, Джучи и Субадею отправиться вместе с ним для вторжения в Хорезмийскую империю. Хорезмшах Мухаммад отказался от идеи генерального сражения и распределил свои войска по отдельным городам и крепостям, возможно, полагая, что монголы не смогут эффективно вести осады. Но он жестоко ошибся. К весне 1220 года северные границы Хорезма рухнули под натиском монголов, которые использовали как мастерство осадных инженеров, так и психологическое давление на осажденные города. Мухаммад бежал вглубь своей империи, и Чингисхан отправил за ним Джабе и Субадея, поставив задачу выслеживать его и разрушать по пути стратегически важные города. Джабе и Субадей двигались с молниеносной скоростью, покоряя один за другим хорезмийские города и устраивая резню в тех, кто оказывал сопротивление. Они преследовали Хорезмшаха до Хамадана, где потеряли его след. Мухаммад, оставшийся без армии и союзников, бежал в Прикаспийскую область и укрылся на острове Ашур-Ада. Там, истощенный лишениями и охваченный отчаянием, он заболел и умер в декабре 1220 года. В течение следующих двух лет Джабе и Субадей бороздили Кавказ и северо-западный Иран, разрушая и подчиняя города, пока в середине 1222 года не получили сообщение от Чингисхана с разрешением атаковать кипчаков к северу от Кавказа. Нанесение ударов по врагу с неожиданных направлений всегда было излюбленной тактикой Чингисхана. И кипчаки, уже проявившие себя как враги, вступив в союз с меркитами и сражаясь на стороне Хорезмшаха, стали логичной следующей целью. Монголы не только стремились подчинить новые земли, но и преследовали цель обезопасить свои границы от потенциальных угроз. Проходя на север, Джабе и Субадей захватили город Шамахы, применив особенно жестокую тактику. Для укрепления осадных платформ они использовали трупы местных жителей и скота, что способствовало их устрашающей репутации и подавлению сопротивления в регионе. При выходе с Кавказа они столкнулись с более крупными силами аланов и кипчаков. Монголы подкупили кипчаков, чтобы те покинули своих союзников алан.
После этого они разгромили аланов, а затем, воспользовавшись тем, что кипчаки уже не ожидали нападения, напали на них, убив их самых могущественных лидеров. Выжившие кипчаки бежали на запад, в направлении русских княжеств, что привело к дальнейшему расширению монгольского похода. Современные пересказы часто представляют последующие сражения на реке Калка как мастерски срежиссированный план, но венгерский историк Стивен Поу подвергает это сомнению. В частности, нередко упускает из виду преддверие битвы, где хроники описывают, как был пойман и убит монгольский командующий Ганибек. Поу предполагает, что Ганибек мог быть Джебе, старшим офицером и своего рода наставником Субэдэя. Смерть Джебе сделала Субэдэя командующим экспедицией за тысячи километров от основных сил монголов, что было для него первым опытом самостоятельного командования в столь сложных условиях. Таким образом, последующее знаменитое 9-дневное притворное отступление могло быть не тактической уловкой, а вполне реальным отступлением в условиях неопределенности. Кипчаки и русы преследовали монголов, пока Субэдэй не заметил, что их ряды вытянулись и стали уязвимыми. У реки Калка в мае 1223 года Субэдэй развернул свои войска и направил всю их мощь против передовых сил кипчаков. Те побежали и столкнулись с войсками русов, что нарушило их строй под градом монгольских стрел. В результате началась массовая резня. Выжившие отступили в укрепленный лагерь на холме, где заняли круговую оборону. Русам было обещано, что в случае сдачи их не будут убивать, а князей и воевод отпустят за выкуп. Однако монголы не сдержали обещания. После выхода их из лагеря они были атакованы. Часть из них убита, а часть взята в плен. Русских князей и военачальников, включая Мстислава Романовича, уложили под деревянные доски и задавили, усевшись сверху пировать. Существует версия, что монголы, пообещав не проливать крови, считали, что убивая князей таким способом, они выполняют данное слово. Тем не менее, Субэдэй не был в состоянии продолжать завоевание. На обратном пути в конце 1223 или начале 1224 года его войска прошли через территорию волжских булгар, где попали в засаду. Монголы были внезапно атакованы, и многие из них погибли, что стало для Субэдэя болезненным поражением. Он возвратился в Монголию, понимая, что ему придется вернуться с более многочисленными силами, чтобы завершить завоевание западных земель. В это время Чингисхан готовился к своему последнему походу против тангутского государства Си-Ся, но позволил Субэдэю навестить своих родителей, которых тот не видел уже 10 лет. Однако Субэдэй отказался от этой возможности, ответив: «Если император будет занят работой, а вассал будет отдыхать, мое сердце будет в глубоком беспокойстве». Вместо этого он присоединился к кампании против тангутов и в 1226 году возглавил завоевание западной части их государства. Субэдэй быстро продвинулся, разрушив множество округов вдоль границы тангутов с Цзинь, что помогли изолировать тангутов и не допустить их поддержки извне. Именно во время этой кампании он узнал о смерти Чингисхана в августе 1227 года, что стало поворотным моментом для него и всей Монгольской империи. После смерти Чингисхана Субэдэй остался одним из ведущих военачальников при его преемнике – Угэдэе. На коронации Угэдэя в 1229 году Субэдэй подтвердил свою лояльность и был оставлен в числе важнейших военных командиров. Угэдэй вскоре возобновил войну с династией Цзинь, и Субэдэй участвовал в кампании против китайских войск. В 1230 году вместе с армией под командованием Угэдэя и Талуя он попытался обойти хорошо укрепленную крепость Тунгуань, но потерпел поражение в битве при Даохуйгу, когда его войска попали в окружение цзиньского полководца Чэньхэ Шанга. Угэдэй был недоволен неудачей Субэдэя и отстранил его от командования, но Талуй заступился за него, что позволило ему остаться на военной службе. Субэдэй принял участие в новом походе. Вместе с Талуем он провел успешное маневрирование, обходя укрепления и нанося удары по врагам. Во время сражения на горе Санфэн Субэдэй использовал непогоду в свою пользу, добившись победы и пленив цзиньского военачальника Хэду. Этот эпизод отражен в азиатских хрониках в виде драматического диалога. Пленный генерал Хэда
просил перед смертью увидеть Субадея. Тот, озадаченный такой просьбой, пришел навестить пленника и сказал ему: «Ты умрешь через мгновение. Почему ты хочешь меня видеть?» На что Хеда ответил: «Каждый из нас, вассалов, работает на своих хозяев. Ты храбрее других генералов, и по натуре ты герой. Может ли это быть просто случайностью? Я встретил тебя, и теперь умру спокойно». Это говорит об уважении к Субадею со стороны противников, признающих его военное мастерство. После этого Субадей стал главнокомандующим войск в китайской кампании. Следующим его шагом стала осада цзиньской столицы Кайфын, которая заняла около года. Несмотря на тяжелые потери, он не допустил резни гражданского населения, ограничившись только убийствами членов императорской семьи Цзинь. Вернувшись в Монголию в 1235 году, Субадей принял участие в организации Великого Западного Похода, который возглавлял Батый, внук Чингисхана. В 1236-40 годах монголы завоевали земли волжских булгар и Руси, разрушив множество городов. К началу 1241 года Субадей и Батый продвинулись на запад, разделив свои силы и пройдя через Польшу и Венгрию. В апреле того же года они вновь объединились и нанесли поражение венгерской армии короля Белый IV в сражении на реке Шайо. Несмотря на успех, некоторые монгольские князья выражали опасения относительно продолжения наступления после изнурительных боев. Но Субадей пристыдил их за трусость. Монголы продолжали свое продвижение, дойдя до Австрии. Но в конце марта 1242 года начался их методичный отход из Венгрии. Это было вызвано несколькими факторами, включая смерть Угадея и необходимость проведения Курултая, собрания высшего руководства монгольской аристократии для избрания нового хана. Субадей оставался с Батыем до реки Волги, где в конце 1243 года последний устроил свой постоянный лагерь. Субадей упрекнул Батыя за отказ присутствовать на Курултае в Монголии по избранию преемника Угадея. Однако перед отъездом они помирились. Субадей вернулся в Монголию в 1246 году, чтобы встретиться с новым ханом, сыном Угадея, Гуюком. К этому времени Субадей был одним из немногих оставшихся живых, кто лично знал Чингисхана. Иоанн де Плана Карпини, присутствовавший при интронизации Гуюка, упоминает пожилого Субадея, пользовавшегося огромным уважением среди монголов. Позже, в том же году, Субадей отправился в свою последнюю кампанию против династии Сун. Однако преждевременная смерть Гуюка в начале 1248 года положила конец этой кампании, и Субадей вернулся в Монголию, чтобы окончательно уйти с военной службы. Он скончался позже, в том же году, в возрасте 73 лет. Он был одним из немногих, кто умер своей смертью. Абсолютно преданный Чингисхану, Субадей провел свою жизнь в стольких походах и участвовал в таком количестве сражений, что почти ни один другой полководец в истории не сможет соперничать с ним в этом отношении. Его сыновья продолжали выполнять функции командиров. Наиболее известным из них был Урянхадай, который служил хану Хубилаю в Китае. Сын Урянхадая, Аджу, был еще одним военачальником при Хубилай-хане. Но его потомки взяли в руки перо вместо лука и со временем исчезли из источников. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока!